У давньогрецькій міфології їх називали амазонками, у північних скандинавських країнах – валькіріями, а давньоруські легенди кликали їх поляницями. Жінки-воїни, жінки-богатирі, які своєю силою поступалися лише богам. Таких дуже мало залишилося на землі. Проте найкращою з них виявилася саме українка. Це «Ікспорт-студія». Мене звати Уляна Шух. І у нас сьогодні в гостях найсильніша жінка планети Ольга Ляшчук. Оля, я вітаю тебе. Здравствуй. У тебе стільки титулів, у тебе стільки досягнень, що їх просто складно перерахувати. Я собі записувала, але мені здається, навіть записати усі неможливо. Давай ще раз розкажи про свої досягнення не лише в силових видах спорту, а взагалі. З самого дитинства я займалася легкою атлетикою, я прыгала шестом, училась в школі Бубки. Я была там чемпионкой Украины среди юношей, юниоров, среди молодежи, среди женщин. Угу. Я прыгала там 3 метра 90 сантиметров. Мастер спорта нормально, да, так? Да. Но когда я его выполнила, он был мастер спорта международного класса. И я не успела его подтвердить. Получилось так, что уже как бы закончились соревнования, и они уже подняли. Мастер спорта международного класса был 4.30, угу. И я не успела. Ну, в принципе, мне очень нравилось, да, это такой сложно-кондиционный вид спорта, и у нас были сборы в Крыму, там, по 3 тренировки в день, то есть очень насыщенное, как бы, детство у меня угу. было, не как у всех обычных детей. Окрім цього, ты в регби потом еще грала, так, и стала чемпионкой Европы навіть у регби. Да, як ну тебе... я ще канат перетягувала. І канат перетягувала. Да, ми їздили на чемпіонат міра в Тайпей, этот город Куашинг. Ми зайняли там 5-е місце нашої команди. Да, в регбі теж весела команда була. Ми стали чемпіонками Європи, там мастера спорту. Вот до сих пор ми общаємося з ними і контактуємо. Этот Ольга Блануц, это капитан команди, она всячески мене підтримувала, говорить: "Оля, говорить, помоги, говорит, нам нужна реклама". Я говорю: "Не кажи, повертайся в команду". Ну, они просили, но я говорю: "Мне как бы интересен Стронг, он сейчас завлекает, завораживает меня, я чувствую силу, я чувствую, что я могу что-то сделать, увидеть много новых стран". Хотя мы с регби тоже очень много путешествовали. Ну и уже в силових видах спорту в тебе також не лише стронг, в тебе ще кілька рекордів Гіннеса, так, рекорди України. Зокрема, один із рекордів Гіннеса дуже цікавий такий з кавунами, так, у тебе да. пов'язаний. І ще парна тяга. Да, с Лидией Гунько ми сделали совместную тягу. Это как бы никто не делал в мире до этого. Получается... Скільки кілограмів потягнули? 410. На самом деле очень тяжело. Тяжело было в плане того, что у нас не одинаковый с ней рост, у нас 7 сантиметров разница в росте, и сложнее было сорвать эту штангу и потом дотянуть. Угу. Вот как бы вот эти вот две сложных фазы были. Но так как мы с Лидией очень как бы совместно давно тренировались, и тогда у меня был тренер Михаил Гераскевич. Под руководством Михаила у нас все получилось. И получается, это было на Олимпийском. Дуже видовище. Да, я хотела сделать какой-то рекорд на Олимпийском. И как раз, когда мы были у директора, я думаю: "Ну все, будет у вас день рождения, надо какой-то вам рекорд сделать". Ну, это как бы памятная дата. Так, треба вам рекорд, буде вам рекорд. Оля, слухай, ну який для тебе критерій вибору став найважливішим і вирішуючим у тому, що ти вибрала саме стронг? От знаєш, ну для когось це там тренер підійшов, для когось це там просто цікавіше. Що для тебе є цим критерієм? Моя задача... Михаил Гераскевич позвонил мне, сказал: "Оль, ты хочешь стать чемпионкой мира?" Просто я была чемпионкой Европы, ну, а чемпионкой мира еще не была. Он говорит: "В стронге у тебя есть эта возможность". Ну, я как бы не пробовала, это что-то новое для меня было, это как было завораживающе. Я сначала крутила у виска, думаю: "Блин, ну как? Типа это невозможно". Я поднимала там 100 килограмм до этого. А это просто интенсивные тренировки. Мы тренировались с Лидой по 4 часа в день, угу. и это очень как бы было сложно.
Тобто ось цей Михайло Герескевич, твій колишній вже, я так розумію, тренер, да. Він зараз тренує свого сина скелетону, так? Да, вони зараз от достатньо також найкращий скелетоніст. Хорошо, да, виступати. Я дуже за них рада і класно, коли є можливість государству допомогти в нахожденні спонсоров, да, и помощи в поездке, потому что, например, Стронг, он не оплачивается никак, не финансируется именно государством. Вот «Спільна перемога» мне помогает, это мой менеджер Александр Соколинский и Владимир Бульба. Вот они помогают раскручивать нашу команду и едут вместе со мной вот в Америку, где я была. Буквально так, ну це недавно. Взагалі найважливіша тема нашої розмови. Да. Арнольд Класік, ти нарешті перемогла. У тебе вже була бронза на цьому дуже престижному турнірі і нарешті золото. Які в тебе враження? Як це все взагалі проходило? В этот раз я вже була більш уверена і, як менеджер говорив, що-то ти слишком хладнокровно, спокійно. Говорить, ти навіть не волнуєшся? Ну, у меня был какой-то легкий мандраж, вот эти вот как бы мурашки по телу, но однозначно я понимала, что я подготовилась очень хорошо. Мы с Алексеем Новиковым тренировались по 2 тренировки в день, это 3,5 месяца. Разнообразие, например, тренировок очень меня впечатлило, потому что мы добавляли много новых комплексов, полностью вся программа поменялась кардинально. Конечно, было тяжелее немного, чем до этого мои подготовки все, но я пересилила себя, выжила с максимум. И вот на третьем упражнении выиграла его и поставила для себя задачу, что вот сейчас я выиграю, потом следующую мне надо выигрывать, да, и следующее. Тогда количество баллов, там просто считалось количество баллов, и когда ты входишь, например, уже в тройку, уже сложно тем, кто, например, там пятое или четвертое место, выйти на первое. Почему? Угу. Потому что там суммируется количество баллов, которые ты собрал на упражнение. Ну, Арнольд Класік – це, напевно, мрія кожного там стронгмена, бодібілдера і взагалі усіх людей, що пов'язані так чи інакше з силовими видами спорту. Ти в нас перша чемпіонка, така от найсильніша жінка планети. Справді, суперниці у тебе були дуже серйозні, вони були такі дуже габаритні. Ти в порівнянні з ними дуже тендітна, насправді, дівчинка. Тобі було складно конкурувати з ними? Спочатку було дуже тяжело, в плані того, що веса зашкалювали. І я не могла добрати масу. Мне буквально не хватало немного, потому что если только не соблюдаешь режим, там немножко не поспал, чуть-чуть там не доел, и я сразу худела. А когда у тебя маленький вес, то тебе сложнее выходить на тот пиковый уровень, потому что это прокарта. Тут никого не волнуют твои проблемы, сколько ты весишь, если тебе не хватает веса. То есть есть упражнения, ты должен соревноваться со всеми на одном уровне. А вагової категорії немає, тобто це абсолютно вага, да, так? Так, це абсолютна категорія, ти, якщо виграєш, ти становишся самим сильним в світі. Слухай, ну оце проблеми, в тебе не можу набрати ваги. Тут зараз просто всі дівчата, які нас дивляться, позаздрили. Тобто не всі не можуть схуднути до літа ніяк, а тобі проблема справді, у мене, да, така, складно набирати вагу? І складно його утримати. Я, если вот вечером уже не ем, вот, например, ну, как бы разбиваю все стереотипы, я ем на ночь. Не, ну я ем правильную еду, там, не вредную, да? То есть, если я вечером, например, не поем, я могу уже на утро похудеть на килограмм, на два. Угу. Слухай, ну і таке питання, воно завжди виникає до чоловіків, жінок, які займаються силовими видами спорту, бодібілдингу. Наскільки необхідно приймати фармакологічні препарати там без цього ніяк, це вже розуміють усі. Але наскільки от взагалі можливо мінімізувати їх прийом? Щоб, наприклад, організм швидко відновлювався після такої тяжкої нагрузки, особливо, коли вона йшла, наприклад, там 2-3 години і навіть 4, то без комплексів, звісно, дуже складно. Я в этот раз и добавила очень много суплементов, которые важны для организма. Например, я там утром поднимаюсь, и я много пью разных витамин, которые нужны для моего организма. Потому что организм, он очень много теряет, да, элементов.
И когда ты не восполняешь эти элементы, организм не восстановится после тренировки. А с каждой тренировкой мне нужно было делать нагрузку все больше, больше и выше, и выше, и выше. Вес поднимался, скорость нужно было увеличивать. Тобто основний акцент на відновленні, а да, не на да, силі. Да. Так? Тобто силу можна якось розвинути, а відновлюватися складніше, да. Ну, наскільки я зрозуміла. Все залежить від реабілітації організму. Ну, это в данный момент я делала на этот уклон и, в принципе, не прогадала насчет этого. Мне кажется, даже не важен возраст, важно то, что ты правильно ешь, вот, правильно принимаешь витамины, все добавки, которые тебе нужны в рационе, не забываешь следить за восстановлением своего организма, и вот вы видите результат, потому что достаточно много фирм, которые помогали мне в подготовке и, например, подготовке именно в самой локации, в самой реабилитации, потому что это как бы целый процесс. Ты выходишь утром и нужно сделать тренировку, да, утреннюю, потом вечернюю и еще реабилитацию, которую, например, там что-то заболело, да, или там потянуло, массаж, баня, тобто бассейн. Тобто відновні процедури, так? Да, Оля, это очень важно. Оля, ти виглядаєш дуже цілеспрямованою, дуже такою зосередженою. От увесь свій час ти присвячуєш тренуванням. Але я знаю, що на розваги час ти також відводиш, тому що брала ти участь і у різноманітних ТВ-шоу, так, в «Інтуїції», наскільки знаю, ще вже заговорили ми за кавуни, одна з улюблених твоїх справ, де вже тільки тебе не було. І на закордоні різні телеканали, зараз попрошу нам продемонструвати, як Оля чавить ногами кавуни. Це як тобі взагалі в голову така ідея прийшла? Вот, да, вот это любимое, как бы, видео, которое там 3 миллиона просмотров. Это «Доброе утро с Лондоном». Вот как раз я недавно разговаривала у этой телеведущей. Она уже во второй раз встречала меня в желтом платье, в национальном, да, вот мы делали вместе фотосессию. Вообще придумал это Массимо, да? Ось це, до речі, для наших глядачів, да, это... Ольга отримала зірку на Алеї Слави нашій українській. Це було присвячено ось цьому... Саме ці зірці, так? Оцей, да, рекорд. Да, этот рекорд был быстрее всех рекордов, которые я ставил до этого. И спасибо всем, кто пришел поддержать меня, мои близкие, родные, с кем я тренируюсь. Это очень приятно. Мне кажется, это главное, что есть у меня такая поддержка. Я хочу сейчас вот всех поблагодарить. Все вы, это моя большая семья, это мои эмоции, это вот благодаря вам есть вот такая вот целеустремленная я, которая ставит цели и достигает. Слухай, ну це чудово. От, а все ж таки, про кавуни. От мені так цікаво, а ти так розважаєшся, це для тебе, ну, от просто як така віддушина, знаєш, чи це там для чого якісь інші цілі переслідуєш? Ну, це як, так як шутка, да, як джок. Це, ну вот людям нравится, например, там писать картины, хотя я тоже иногда пишу. Вот, есть какие-то визуализации, которые я для себя этот рисую. Ну, арбузы — это уже как хобби, да. Ну, и еще за него платят деньги, приглашают на ТВ-шоу. Так как мы, например, не спонсируемся нашим государством, я думаю, что в будущем уже мы дойдем до этого, то вот такие вот ТВ-шоу, они дают возможность заработать немного денег и поехать на соревнования, да, оплатить там перелет, там, тобто проживание, питание. Тобто ти таким заробляєш ще й на змагання собі, для того, да, щоб просто, да, не поїхати. Да. Слухай, ну це потрібно вот просто неабияка витрата. Есть хорошие люди, которые максимально там... Было такое, что вот нам не хватало, например, оборудования, да, чтобы вот есть шары. Шар в этот раз на соревнованиях весил 100 килограмм. Угу. Это то, який через палец перекидать, да, так? Была ювелирная выставка, и нам как проспонсировали, дали деньги на шар. Мы купили его, но он не смог доехать, потому что на границе не пропускают, они хотят за этот шар, за каждый килограмм... Розмитнити, да, его, так? Да. А я думаю, ну как бы я на нем, ну, таких денег не зарабатываю. Это я вкладываю, чтобы выигрывать, выступать за Украину, держать на первом пьедестале флаг Украины. То, чтобы я вкладываю деньги, это лично мои деньги.
И получилось так, что вот они не доехали, я готовилась на разломанном шаре, там песок с него сыпался, там у меня тренировка заканчивалась, что кровь все ухошло из-за того, что оно раздирало меня. Ну, вот такие были условия, да? То есть это цена перемоги. Да, так. Да. Все просто думают, знаете, о, классно, такая молодец. Они не знают всех подводных камней. Но я думаю, что мы довезем, наконец-то, эти шары, что нам помогут добрые люди. И это будет самое, как бы, важное для меня. Я радовалась покупке этому шару, как будто, знаете, я там, ну, купила себе квартиру. Просто надзвичайно. Інвентар такої ціни, як квартира для людей. Оля, ну і заключно в мене таке ще питання. Я знаю, ще в одному шоу ти брала участь. І це найперше, що взагалі висвічується, якщо от вбити в пошук Ольга Ляшчук. Чомусь не Арнольд, чомусь не твої рекорди і досягнення, а шоу «Половинки». Про стосунки. В цьому шоу ти навіть в фіналі, я його додивилася, сказала, що готова відмовитися від спорту, аби знайти своє кохання. Але ти від нього не відмовилася, ти займаєшся. Я смію припустити, що поки що не знайдений той володар твого серця. Це так? Да, получилось как бы так, що ну, на самому проєкті емоції, от Олександр как бы достатньо хороший, как человек, да, и, в принципе, подходил по моим всем параметрам, но не было продолжения. Я ждала какие-то ну, взаимные чувства, ждала продолжения, но если человек ничего не делает после проекта и себя никак не позиционирует, то, конечно же, я начинаю заниматься тем, что... Чем и до цього. Да, да, то есть если человек, не, ну, как бы... Ну, не делает шаги дальше. То есть он сделал 5 шагов, а потом 10 назад. Ну, извините, я ж не могу этот... Я богиня, пожалуйста, добивайтесь. Вот это моя политика. Це чудово, Оля, це дуже правильно насправді і дуже жіночно. Я тобі бажаю зустріти своє кохання. На жаль, у нас обмежений ефірний час, з тобою можна говорити. Ти насправді дуже харизматична особа, з тобою можна говорити безкінечно. Дякую тобі, що завітала до нас в нашу «Ікспорт-студію». Друзі, з нами була Ольга Ляшчук, найсильніша жінка планети. А з вами я прощаюся, до зустрічі.